Всем привет! С вами Офстудио. Мне надоело дохнуть на прыгающем корабле. Поэтому мы записываем вообще отдельно стоящий блок. Так, крыло готово? В принципе, да. Вот на том, вот на кончике крыла и будет приманка. Две. Пусть две будет. На каждом крыле по приманке. На каждом будет по две. Вот. И будут сбивать, потому что. Да, я вставлю в середину крыла еще одну приманку, чтобы он хотя бы случайно не цепал одну за другой. А я пока не спеша, собираю это самое крыло. А я просто отходи, чтобы ты меня не зарыл. Не запаял. Хорошая угроза, я тебя сейчас запаяю. Проведу сеанс рекционализа. Кораблю немножко не хватает мощности основной тяги, но как бы маневрирует он на ура. Потому что садили ему 4 движка основных, а это оказалось дохуя. Возможно, в дальнейших модификациях мы пару движков задних уберем. Либо допилим еще парочку реакторов. Куда ты его толкаешь, блин? Ну, блин, извините. Ой, я свою ногу вижу. А? Да ничего, у меня в камере нога только что была. Налёш, тебе её уже сломало? Я просто не, типа, вниз смотрю. Так, идёт последние штрихи. Я нашёл безопасное место. Да? В кабине? Да. Так, джамшот и лёд отошёл. Всё? Да. Можно пилить второй крыло? Пили. Я вырубил тягу. Чего, не тягу, а эти самые. Ты на нем врубил бы предварительно гасители, а то его же не все. Да? Ну я просто боюсь летать при врубленных гасителях возле него и их вырубаю, когда конструкция. Понятно, то что его тащат. А нет, то что они тащат, то хрен с ним, мы как бы рядом с ним летаем. Другая фигня, то что я подпадаю под его струю какую-нибудь и получаю по пиздюшине. Давай, собирай. Блять, не попал. Блять, два не попал. Не попал, когда разбирал, это вообще эпично. Так, крыло же должно быть симметричное, правильно? Ага. Блять, какого хера ты тут делаешь? Я слежу за симметрией. Пока нормально, следующий меньше. Так, окей, следующий со смещением. Нет. Ниже. Спасибо, Кэп. Ну, мне-то отсюда, наверное, видно получше. Да я знаю, я вижу, что я не попал просто. Молодец. Так, блядь. Ты погреться? Нет, я включить гаситель инерции. Давай. Во. Кажется, он замер. Угу. Так, наверное, удобнее. Остановись-то. Сколько еще? Следующий бери. Следующий такой же? Такой же со смещением. А затем делаешь лесенку. Не забудь потом наклонную поставить. Так. Еще, по-моему, два блока, да. Так. Следующие три блока и два блока. Один лишний. Далеко. Лишнюю длину добавил. А, 3-2 без одного, да? Да. Так. Подожди, дай спрячусь. Спрячься. Я не врубаю паяльники, все хорошо. Все, я спрятался в паяльнике. Все, паяльники включены. Подошел на расстояние пайки. Ты там, да, пока можешь попкорна пожевать.
Чувствую себя на автомойке. Сидишь, втыкаешь, тебе ремонтируют, делаешь что-то. Так блоки прикольно появляются, вот именно кусками. Да, они тут такими пачками прямо. А я почти в самый центр крыла встал. Ну, сверху вид даже еще прикольнее, у тебя вид, наверное, самый офигительный. Ну, ты потом посмотришь, если бы еще не вот эти вот торчащие непонятные конечности, было бы совсем круто. Да, мне, кстати, интересно, что это нам за конечности добавили в обновлении 1.0.80. Не знаю. Нихуя не появляются. Ага. Вот прикинь, да, вручную все паять, да? Вот бы кайф был. Такую кучу блоков. Мы бы задолбались за пластинами металлическими бегать. Так, я тебя слегка толкнул. Пока не врубай гасителя, чтобы меня тоже не начать жарить. Они врублены. А, они врублены? Ага. Ты по блоку не попадай, дядька. Все нормально, нормально, не ссы. Все. Подожди, еще не все, еще он подпиливает чего-то. По мелочи. Сейчас я проконтролирую. Вот, там еще нужно было чуть-чуть подпаять. Так, здесь все хорошо, я отлетел. Знаешь, единственный недостаток данной ситуации, знаешь, в чем? Ну? У нас нет на ком проверить эту всю хрень. Да, ничего, найдется. У нас как бы есть жертва, но я боюсь, что мы петюлей от нее отхватим. Майнинг кэрридж, а, ну да. Так, ты не хочешь врубить гасители, эта штука падает. Падает понятие относительное. Так, эту штуку уже можно типа паять, да? Да, типа паляй. Блять, не попал. Так, ну, я ее запаял. А вторую? Ага, какой ты шустрый, а. Еще начал по блокам попадать, да? Когда под тобой не трясется палуба, попадешь куда угодно. Что нужно будет какой-нибудь астероид под базу приспособить? Надо его для начала найти. Так, секундочку. Так, мне нужен чистый лист. Мне нужно что? Мне нужен малый блок. Давай, давай, собирай. Давай, давай. Я пока что-нибудь еще запаяю. Мне тут найдется что пилить. Сейчас разом пилю, тут блоков 6, наверное. Надеюсь, это интересно смотрится. Не успеваю выпить, покурить. Мне нужен строительный компонент. Типа подвезти? Ага. Ну давай подвезу. Ну что, у меня такого нету. Так, где-то тут у меня... Над кораблем пытаюсь. Тихо! Я паяльники выключил, спокойствие. Да я подлечу сам, ты главное, блин, поближе подлечи и тормозни. Я тормозну. Кстати, гравитация-то еще есть. Да пусть есть, я на этом сижу. Ты учти, я на гасителях. Да мне как-то па-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 па. Вот ты, в общем, ты меня понял. Да-да-да, ты еще собирался ноги строить. Так, поедь, да? Ага. Ебаш. Нашел проблему. А, чего-то не хватило. Сейчас скажу, чего. Балка. Балка? Балка. Бабалка. Поеду за балкой. Едь за балкой, я на складе видел. Да было, я их заказывал. И труб возьми по дороге. Каких? Больших. Слушай, у меня, по-моему, было там штук 500. А, окей, отлично. Вот балки просто, они не нужны были до этого. От слова «вообще». От слова «вообще».
Кстати, у меня 6 балок вообще-то. А мне нужно 4. Нам нужно сюда 4. Да? Надо маленькая стальная труба, нужна балка, комплектующая для радиосистем. Вот, вот. Благо их у нас тоже есть. Осталось остроить их 100 маяка. Я заказал с запасом тогда. Так, это я без гасителей зря, наверное, полетел. Сейчас бы в тебя приземлился. Что? Так, отойди. Паяльник у меня. Развернись. Выше. Что, такие страшные паяльники? Я просто... Отойди, развернись. Ты втыкаю. Чё? Я поднимаю голову выше. Да, это те два красных паяльника смотрят. Это больше, знаешь, на клюв похоже. Два клюва. Поверь, сожрут за милую душу. Что ты, это паяльники, тормозни. Все, есть. Тормозни, я лечу к тебе забирать. Я паяльники выключу. Я с жопы залетаю, расслабься. Хорошая фраза, согласись. А где большая стальная труба? А, вот, вижу, сори. Туплю и... Туплю, но вижу. Тебе мало тут 200 с лишним? Маленьких вообще тут под 1000. Хорошо, когда все рядом. Так, я сдаю назад, так берегись. Я внизу у себя под кораблем. Не, я. Ты у меня перед мордой был. Да? Да. Так, ну что, ноги. Да, теперь... Ноги мне запили. Ноги запили. Да сейчас запилю. Было бы еще кого ловить теперь этими ногами, потому что все правила целы улетели. Суки такие. Неблагодарные. Вот у меня сейчас заря буксует правыми движками. Левыми движками буксовало что-то. Какого хуя, непонятно. Так. Ну шо? Потестируем кораблик-то? И на ком будешь тестировать? Ну, я имею в виду полетное качество. А, ну, проверяй. Или мне порулить. Ну чё? Я могу тебя забрать, если хочешь. Ты аккуратно сейчас в палубу бы вошел. Вообще-то я там прошел на таком расстоянии, что капец. Да. Слушай, ну хорошо идешь, да. Мне тебя не догнать. Да я на 56 только иду. Ага. Не, у меня просто разгон медленнее. У меня же ускоритель-то послабже. И так, нет, где у нас родина? Ты про ярость-то? Угу. Ярость. Торможение хорошее. Угу. Говоришь, не хватает тяги. Ну так прикольно, сейчас накладываются две записи, типа Долборо, Ярость Зари. Ты назови как-нибудь-то своего этого пиздителя. Пиздителя. Хорошее название, надо запомнить. Так. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. А то сейчас повторишь мой подвиг. Тут повторять нечем, чувак. Так, инфо. Ну, как бы, я тогда выжил, а вот ты сейчас не выживешь, если будешь подвиги совершать. Просто станешь героем. И все. Я маяк переименую, так будет проще. У меня же есть маяк. Ну, давай. Ой. Ва. Я думал, зовешь как-нибудь именованно там. Слушай, я думаю, может залить броню немножко эти... Ну, чтобы их не сразу разобрали. Кого? Да мы вертеться будем. Майнинг Кэрридж, блин. Не что Private Sail прилетел. В общем, ребят, чтобы вы понимали, мы сейчас будем сидеть и ждать Private Sail. Это будет очень долго и очень нескучно, поэтому я думаю, на этом сборку... Ты будешь за руль садиться? Так, а, да, давай я потестирую, можешь... Ты летаешь, как бы, а мне не видно ни хрена.
Так, какая кабина тут? Передняя садись. Нижняя, типа? Да. Ну, мне не дает контроль, потому что... А, все. Эти куда полетел? Он же двухместный, я же специально его проектировал двухместный. Ну, садись. Сел. Теперь у меня контроля нету. Ну, давай сейчас посмотрим, как он разгоняется. Да, перегрузка, конечно, дикая. Ну, поэтому... На разгоне. Гаситель выруби. Я же на нем тормозил. А что толку? Все равно, как и перегрузка. Пойдем посмотрим, что там вообще водится. Потестируем орудие. Не зря, чтобы сдохнуть. Ну да, а потом собирать новый. Давай-ка я сохраню. К нему, если что, заходи бортом, чтобы он по крыльям стрелял. Камикадзе. Все, я сохранился. Ну все, мы идем на максимуме, собственно. Мне аж страшно, блядь. Только строили, чем дело кончится, блядь. Не боись, я сохранился. Блядь, у меня вопрос, а где еще один движок? Ты про какой из? Впереди движок. Не знаю, может ты его сбил, когда аккуратно проходил, там броня покоцанная. Блядь, а какого мне хрен долбануло? Тебя о посадочную палубу долбануло. А у меня этого не было. А я видел, как ты проходил на опасном расстоянии. Ну что ж, мы заходим на цель. Сейчас нас будут убивать. Я надеюсь, у них это не получится. Ну, ты надеяться-то можешь. У них дистанция стрельбы километра. Ну, отлично. Начинаем маневрирование. Мы идем на больших скоростях. А теперь тебе надо поближе к нему подойти. Да, так 500 метров, что не и видишь? Пристыковаться. Да мы если к нему пристыкуемся, он наш. Мы не пристыкуемся. Он не стреляет. Он не стреляет. Нет, мы еще далеко от него. Давай, давай, давай. У давай, нас давай. Не хватает, блин, обратной тяги из-за того, что кто-то был бы лобом. Не проверил, как эта штука летит. Что мы... Нет, у меня вопрос, почему у меня крылья целые? Почему их не оторвало, тебе не было? Он, видимо, прошел достаточно аккуратно. Мы к нему приближаемся. Приближаемся, причем очень активно. Я вижу прицел. Ага, и он начинает стрелять. Я начинаю маневрировать. По нам активно палят. А? Мы дымим, у нас минус движок. Так, я отхожу. Эх. Так, сейчас, минус А. Ну, ладно. Тормози. Смотрись на инерцию, сейчас будем чинить, блядь. Ты много не начинишь сейчас. Тем более, что у нас с собой запчастей-то нету. Есть. Что-то было. Что-то было? У меня пластины были с собой только. Компоненты и детали ускорителя нужны. Компонент занес, а ускорительных запчастей нету. Вот без них мы не починим. Ладно, полетели домой. Полетели. А пиздюлились, полетели. Вот поэтому не стоит лезть к майнинг кэрридж. Садись. Сел. Погнали. И мелодия такая там, 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 там. И у меня такой выхлоп на всю камеру. Да, ребят, в общем, хотите, чтобы мы захватили кораблик? Пишите в комментариях, хотите следующую серию. Так, антенна 2 это вообще что за зеленая? А? Откуда зеленая антенна 2? Есть где мысль? А вот я на нее смотрю. А можно... Я ничего не вижу прямо по курсу. Я вижу. Я вижу ночная фурия, блин. И все. Ну хрен знает. Я вижу антенны, почему-то мы зеленые. Я не вижу вообще антенны, вижу только на майнинге, который нас обстрелял только. Нет, майнинга мы уходим, это все нормально. Долборой мы тоже уходим. Нормально, у нас хватит расстояния. Я иду сейчас просто так, гаситель. Долой.
Кажется, мы тут просто что-то очень странное. Я вижу три антенны, скажу больше. Может, у нас разная дальность отрисовки, мне 20 км, по крайней мере. Меня бесит этот нос, эти как глаза. Это меня тоже бесит, но ничего тут не попишешь. Не знаю, может, ей не передается просто информация, а я вижу что-то очень странное. То, что таких сигналов я еще не видел. Собственно, не припомню, чтобы я хоть раз вообще видел зеленые сигналы. Их много, кстати. Так, 2000 метров. Ты еще не видишь ни хрена, да? Вообще в упор. Нам, походу, еще что-то покоцали. Кстати, слушай, зря вертелся. У нас прицел-то стоял на этих, на крыльях. Нам бы по крыльям долбили, если бы мы борты спокойно. Покрыли. Торможу. Ух, нихера себе, что мы тут нашли. Что мы тут нашли? Ты что, не видишь? Тут космостанция. Целая. Где? Вот я вокруг нее летаю сейчас. Это вот огромно. Ты исчез. Пересядь за штурвал. Я за штурвал. Ух, нихрена себе тут детка припаркованная. Что, я не знаю, почему у тебя этой инфы нету, но тут, блин, линкор припаркован. Дайте мне пулемет, я этого Петросяна пристрелю. Слушай, посмотришь до записи, охренеешь, тут реально линкор. У него полон два борта стволов. Тут ракетницы и гатлинги. Я не прикалываюсь, и зрители... То есть, если я сейчас полечу, я сейчас врежусь, да? Ты аккуратнее, да. Тут, кстати, корабли... Тут... Так, как сюда влезть, вот в эту хрень? Мне вот очень интересен этот вопрос. Где здесь вход-то вообще? Так. О! Я нашел дверь. И она открыта. Блять, и это все в бесконечных пространствах космоса? Слушай, может... Ты тролль! Ты мелкокалиберный тролль! Слушай, не кизди мне про тролля. Если я сейчас найду, где здесь... О, я нашел управление. Так. Так, я включил батареи. Только тут его не отстыковывается. Ай, блядь, я умер! Ты разбился, что ли? Я вышел из корабля и почему-то умер. Ну ты молодец. Так, интересно. Слушай, у меня написано... А, это я разорил. Просто, понимаешь, я в эту штуку сел. Она не отстыковывается в этом. Так, пристыковался, отстыковался. Так, давай, короче, загребай ярость зари. Ой, фу, блин, ночную фурию, веди ее обратно, ей нужен ремонт. Я... В общем, ребят, всем спасибо, всем пока. Я не знаю, что он там нашел, что это за бага. Какого хера не убивает мой родной корабль? Веди ладно. Домой в фурию. Все, давай, всем пока. Всем пока.